I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh, mine's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed. We're the same, and we skip the small talk, cause you know me. Yeah, you know me like nobody else. В комнате вообще самая быстрая уборка, особенно если не нужно менять постельное белье. Ты просто застилаешь кровать. У нас это любой плед. Протираешь пыль. Сегодня не надо протирать, потому что я вчера протирала. И все. Как я люблю этот минимализм. Осталось гладилку убрать, потому что что-то я сейчас редко уже пользуюсь. Утюг убрать. Еще бы с удовольствием вот это вот убрала. Я вообще люблю вот пустые пространства. Кто-то любит коврики, кто-то любит какие-то статуэтки, часы расставлять, да, украшения. Кто-то любит море подушек на кровать. Я раньше любила, но мне это неудобно. Я все убрала, как видите. Пыталась, но мне не нравится, когда кровать расправляешь, все вот сюда скапливаешь, у нас прям такая пирамида из подушек здесь была. Очень это неудобно, некомфортно. Не всегда заправляем кровать, потому что иногда Игорь спит после ночной, перед ночной, и у нас практически 80% кровать постоянно расправлена, вот, и нам неудобно. А я такой человек, который любит, знаете, такое состояние, когда вот только-только сделали ремонт, да, в квартире, в доме, где еще никто не живет, где все новое, где никаких статуэток нет, вот как будто никто не живет, да, никакой там вещей, людей нету, кроме мебели. Вот такое вот состояние я люблю. Пустоты, чистоты, эхо, даже когда эхо присутствует в доме, я прям это очень люблю. Так что вот, когда что-то убираешь, я прям кайфую, когда легкая уборка, когда не нужно ничего отодвигать, просто тряпочкой, пылесосом проходишься, здесь тряпочкой проходишься, и вообще это очень-очень быстро, здесь, блин, 2 минуты занимает убраться. Лерочка вон у меня играет сейчас вот в эти открытки постоянно. Это все, что на свадьбу нам, на дни рождения дарили, мы все это сохранили, и когда ей скучно, мы ей достаем, она играет, у нас прям такая целая упаковка. Вот, сейчас убрать надо. И вот книжку мы ей вчера все-таки подарили с липучками. Это от нее сидит, сейчас играет. Под елочкой вчера положили. Она такая радостная была. Вот так как-то так. И наушники мои. Наушники я нафиг Лерочке не показываю, потому что это больное ее место. Если она их схватит, то потом со слезами приходится отнимать. Она прям туда-сюда, туда-сюда играет с этими наушниками. Я просто боюсь, что она их в один день прекрасный сломает. Здесь более-менее уже, кстати, расхламляться вот нечего, просто нечего. Все вещи у меня нужные. Вот. Конечно, бардак, потому что я раздеваюсь просто, вот видите, вот так кидаю все, что постоянно. И там плед у меня. Ой, нет, здесь вот. Ну, короче, он там должен лежать, там у меня плойки еще. А так вот на ежедневной основе, когда балуемся, я постоянно вот этот мягкий стелю. Его я на сайте Постелька 37 заказывала. У меня такой же был плед, но я его весь застирала, он страшный стал. Этот еще не стирала, из-за этого он пока пушистый такой. Так, и еще Игорь вчера ездил подстригаться. Я его отправила в фикс прайс как раз на этом же этаже. Докупила еще вот такие 2 цветка. Теперь у нас их 1, 2, 3, 4, 5. 5 цветков теперь. Цветков достаточно, больше брать не будем. Я думаю, как-нибудь до Ашана проехать. Мама выздоровеет, Лерочка, чтобы завести. Спокойненько съездить без нее, чтобы я прям вот отдельный, наверное, обзор вам отсниму новогодних товаров. Еще хотела его попросить вот эти бусы купить, потому что мы их повесили так красиво, а у меня только 1 упаковка. Еще хотела 2 попросить, но там, к сожалению, не было. Надо будет в другом фиксе взять. Вот, ну а гирлянду, кто говорил, зачем прозрачную? Не знаю, зачем прозрачную, но я потом буду наматывать вон там прямо ее внутри, на сами палки от веток, и она такая волшебная, вся будет изнутри гореть, так что ее потом не будет заметно, не переживайте.
Так, ну и пока Лерочка не спит, нужно прибраться в зале. У нас это покрывало прям очень быстро пачкается, наверное, как и у многих. То Лерочка какими-то фруктами, то мандаринами его испачкает. Сейчас она испачкала йогуртом и моим тональником, пока я красилась. Диван, конечно, пострадал до этого, как мы еще не положили этот плед. Какие-то пятна, да, попытались и влажными салфетками какими-то оттирать. Я не хочу его сильно мочить, потому что, знаю, останутся пятна мокрые, как это было на старом диване. Из-за этого я даже не суюсь и не трогаю. Вот, если уж будут какие-то прям пятна-пятна сильные, то потом вызовем просто химчистку, и они аккуратно его почистят. Портить раньше времени я его не хочу, потому что он не совсем бюджетный, мы прям, ну, очень много потратились на этот диван. Ну и хочу сейчас постирать заодно этот плед. Вчера еще поменяла постельное белье, потом закину еще постельное белье. Вот, и, блин, последний прям кондиционер у меня остается, я прям добавляю совсем чуточку, уже жду, не дождусь, когда заберу заказ в Faberlic, потому что сегодня Игорь работает допоздна, не сможет забрать, так что надеюсь, во вторник, в среду получится его забрать. Так, ну что, у нас уже обед, я варю пельмени, здесь буду на ужин готовить бедрышки, наверное, с рисом. Лер, сейчас, мы подсели вот на такие пельмени. Лер, сейчас. Ну, 6 минут еще осталось. Очень вкусные. Мы обычно в пакетах никогда не покупали. Пару раз просто наткнулись на такое Г. И наши мамы нам посоветовали вот эти Мираторг. Очень нам понравились. Мы их взяли всего лишь за 200 рублей. Хотя без акции они 500-600. Вот, хочется еще... Доча! С мраморной говядиной еще хочется такие попробовать. Подожди немножко. Ужас. Ужас, ты сегодня себя ведешь. Невозможно. На улицу не хочет гулять. Нам надо сейчас идти спать, укладываться. Она визжит, кричит, убегает от меня. Я ее дома не хочу укладывать. Она так плохо спит. Ну, сейчас немножко. Все, 3 минутки осталось. Вот. И, кстати, вот эти пельмени она прям очень хорошо кушает. И там нет никакого такого запаха свинины. Я просто недавно сама делала пельмени и покупала фарш свиной. Боже мой, как же он вонял. Просто из каких-то остатков как будто сделан этот фарш был. Вот, а эти прям очень вкусные. Хочется теперь с говядиной попробовать. Так, ну и все, мы сыты, время уже 12:30, нужно собираться гулять на улицу, наконец-то у нас график восстановился, можем спокойно ложиться спать в это время, пойдем на улицу гулять, потому что на улице тепло, около 0, сходим в магазин, также купим немножко сладостей, дополнение к Игорю подарку, немножко погуляем, и уже она, наверное, уснет, когда мы будем на обратном пути идти домой. Мне просто самой удобно работать, когда у нас есть определенный график, когда я в это время ее укладываю спать, уже занимаюсь какими-то своими блогерскими делами, например, как сейчас озвучиваю влог, либо снимаю рекламу в Инстаграм, делаю какие-то дела, которые бы она мне не дала. Ну все, мы вышли погулять. Сегодня вышли на коляске. Боже мой, как же удобно. На санках прям, ну, вообще тяжело поворачивать. Лерочку тяжело сажать. Ей самой в них неудобно. Здесь еще камни везде. Короче, санки будем вытаскивать только когда прям дорога будет не расчищенная, много сугробов будет, снега. А сейчас пока вообще не нужна. Прям и с коляской легко в магазин ходить.
Потому что когда мы на санках выходим, в магазин вообще не попадешь, потому что у нас двери надо самой открывать, а санки широкие, их тяжело держать, в итоге в Пятерочке тоже места мало, санками там нигде не пройти, Лерка вообще в них не сидит, я вообще не знаю. Раньше я прям кайфовала, а сейчас вот после санок беру коляску, и мне прям очень удобно, намного вот. Одной рукой можно спокойно вести, а санки уже так не повезешь. Просто там теплее, то, что подклад есть, и то она уже с подкладом не так хорошо ездит. Здесь сравнее комфортно, ничего не мешает. Она вот сидит довольная и не просится ногами даже идти. А на санках, вот мы когда с сестрой ходили встречать, в итоге просто так санки брали, и обратно пришлось Лерку на руках нести, потому что истерика была жуткая, она вообще не хотела в санки садиться. Ну что, девчонки, всем привет! Давно ждут все мою болталку, чтобы я с вами поболтала, что-то рассказала. Давайте с вами немножко поболтаем, а то всю уборку уже какой влог подряд. Лерочку сейчас уложила спать, ходили с ней в Пятерочку. Игорю, как всегда, купили для сладкого подарка шоколадок. Лерке взяла раскраску. На улице у нас тепло, хоть гуляй-гуляй. Сегодня вышли в коляске. Она спокойно сидела, уснула. Опа, она уже проснулась. Ну все, немножко я ее покачала, вроде она уснула. Давайте расскажу вам еще. У нас сначала график у нас был сбит. Кто помнит, мы засыпали только в 5-6 часов вечера. Она уже у нас вчера, четвертый день, не могла сходить в туалет. Я ей два раза давала гуталакс. Сначала на третий день дала. Вчера дала, как бы один раз в сутки даю вечером, чтобы на утро она сходила в туалет. Раньше он нам очень хорошо помогал, когда у нас были вот запоры у нее. Но в этот раз вообще что-то не помог. И вчера ночью она уже начала плакать. И мы проснулись 7:30 или в 7, короче, где-то в это время. И в итоге она у меня уснула. Потом в 11 часов мы с ней до часу проспали, и все, больше дневного сна у нас не было, и она у меня вчера уснула в 8 часов. Я, конечно, всю ночь боялась, то, что она в среди ночи встанет, скажет, то, что она выспалась, но нет. И сегодня у нас, слава богу, график опять восстановился, она у меня легла где-то 1:30 или в час. Как-то так. У нас вот проблема с запором этим. Конечно, не прям проблема, это у нее с самого начала прикорма. Физиологически, потому что мы с Игорем в точности такие же, и так как у нее основного хорошего балансированного питания нет, она у нас ест очень плохо, и все, что ест, мы уже рады, уже хлопаем в ладоши, хотя бы что-то, да, кроме ГВ. Вроде и молоко как бы грудное кушает, и другое что-то кушает, но все равно у нее затрудненное вот это вот все. Тяжело ей ходить изредка. Раньше ходила она вечером, например, один раз в день вечером перед сном. Но сейчас вот уже четвертый день не было. Я вчера Игорю сказала, езжай, говорю, в аптеку и купи клизму Микролакс. В итоге мы сделали, наверное, ее в часа 4 или 5, когда он приехал. И я там написано, короче, 5-10 минут где-то действует средство. И в итоге я сделала, она сидела у меня на кровати, и заметно она, короче, начала вот так вот ползать, плакать. Ну, как бы уже ей надо было в туалет. Я ее быстрее понесла в ванну, и вот она сходила в туалет. Боже мой, мы так радовались. У нас с Игорем прям мы, камень с души, потому что когда ребенок долго в туалет не ходит, уже начинаешь паниковать. Нельзя, как бы, чтобы долго все это задерживалось, все это начинает всасываться, да? Потому что гуталакс не подействовал, нужно было что-то предпринимать. Раньше он хорошо работал, но в инструкции и в отзывах везде пишут то, что раз на раз не приходится, кому-то помогает, кому-то нет, и может помочь, потом завтра не поможет, короче, как-то так. Пришлось вот взять клизму, там 4 штучки этих микролакс, очень хорошо помогает. Слава богу, срок годности 5 лет, и не дай бог что, он будет у нас дома на этот случай. Вот, так что я говорю, у нее есть в кого, у нас с Игорем как бы то же самое, у меня, я тоже после родов мучилась, постоянно свечи вставляла, потому что, знаете, как бывает после родов, да, вот эти все проблемы, в роддоме тоже я мучилась, но никуда не денешься, да, у кого-то наоборот, у кого-то так. И я думаю, у нее всегда так будет. Тем более, я в детстве тоже никогда не ела никакие супы. Я сидела постоянно в сухомятке. И вот после свадьбы только начала супы готовить, более-менее как-то кушать, когда мы начали жить вместе.
Раньше на одной сухомятке была, вот, ну и у Лерочки практически то же самое. Так, хотя бы фрукты кушает. Но я ей вчера и чернослив дала, и курагу дала. Вот в интернете пишут то, что помогает. И компотик ей сварила, и сухофруктов. Но вот никакого эффекта тоже не дало. Из-за этого вот пришлось клизму делать. Вот, а насчет горшка, мне кажется, здесь учить не нужно, да, если вы мне будете советы писать. И мне кажется, тут у каждого ребенка индивидуально. Если у нас Лерочка как-то научится, это не значит, что другой ребенок также научится. Также дети все по-разному знакомятся с горшком, по-разному относятся к тому, как они ходят в туалет, у кого какой интерес, да, страх и так далее. У нас у Лерочки страх, когда она увидит то, что она что-то сделала, да? Ну, вы поняли, покакала. Она видит и начинает кричать, плакать, и как бы... Я даже знаю пример, у меня у подружки сын сходил, я не знаю, 1,5 года, по-моему, было, и после этого, когда он видел дела свои в горшке, он перестал ходить на горшок, и когда я сажу Лерочку на горшок, она визжит, пищит, она как бы хочет в туалет, но она не сядет и не будет делать дела именно на горшок. А толку, если ребенок хочет в туалет, зачем мне селом садить на этот горшок и просить его, умолять? Она просто сейчас просит, чтобы я одела ей подгузник. На пол она тоже отказывается. Ну, как бы не отказывается, она не делает сейчас дела на пол, она не может где-то пописать на полу. Раньше было, да, но сейчас она просит снять штаны, да, и как бы, ну, показывает меня то, что она хочет в туалет. И она ходит как бы только в подгузник в туалет. И по большому, и по маленькому. И чтобы не было такого, чтобы я посадила ее на горшок, и она сходила. Нет, у нее вот страх вот этот вот. И она не понимает, как бы, так что время придет, может быть, после двух она уже будет как бы посерьезнее, уже поумнее к этому относиться. И я не хочу селом ее садить, приучать, давай, делай. Если ребенок хочет в туалет, но он боится, она вообще тогда в туалет перестанет ходить, она будет терпеть, да, опять начнутся эти запоры, потому что она будет терпеть. Мне кажется, это неправильно. У каждого ребенка все по-разному, и у нее придет это все, она поймет, научится. Я не буду никогда ее жизнь не заставлять. Для меня подгузники — это вообще никакая не проблема. Хоть пускай до 3 лет ходит в этих подгузниках, хоть пусть спит в этих подгузниках. Ребенок всю жизнь в них все равно не проходит. Она поймет, она научится, ей будет неприятно. Потому что если раньше она могла несколько раз в подгузник пописать, да, и ходить спокойно, то сейчас она пописывает в подгузник и сразу же просит прям снять. Она показывает мне то, что она сходила, все типа. Или когда вот она ходит без подгузника по дому, она вот такая нервная сразу, пищит, поплакивает, такая бегает. И она мне как бы показывает, что она хочет в туалет, и показывает руками, как бы, то, что она хочет. И я одеваю ей подгузник, она тогда спокойно ходит. Ну вот не сажу я ее на горшок, не заставляю, раз она боится. Вот, рассказала про наш опыт. Опыта, кстати, никакого. Не хочу заставлять. Все придет само. Так что, наверное, смысла нет будет писать вам, да, как у вас было, потому что все детки разные. Все по-разному к горшку относятся, кто-то вообще 6 месяцев садит на горшок уже, там совсем другое. Но я вот решила все, чтобы она делала осознанно, да. Толку я ее буду учить, если она боится. Ну а раньше времени учить ребенок там еще не понимает, зачем все это надо. Она вот только-только у меня начинает понимать, и все само придет. Как-то так, не хочу себе нервы трепать и проблемы создавать, и ей нервы трепать. Вот. Насчет прикорма тоже. Я не расстраиваюсь сейчас. Вон пельмешки понемножку кушает, макарошки там что-то кушает, еще фрукты она хорошо кушает. И главное, молока у меня хватает. Она прям очень хорошо кушает, даже проглатывать не успевает. Молоко постоянно приходит, когда она кушает. Я прям не переживаю. Насчет веса тоже не переживаю. У нас 8600, 8700 весит. Хорошо себя чувствует, очень хорошо развивается, начинает цвета понимать, да. Уже все-все-все начинает понимать, уже пытается какие-то слова нам говорить, айда, отдай, там еще что-то, да, нет, она все понимает, хочешь кушать, да, хочешь это, да, пойдешь гулять, нет, и так далее. Вот, рассказала вам все.
Так что, ну вот так как-то. Будем заканчивать наш влог. Буду уже, наверное, начинать сегодня следующий. Постараюсь, конечно. Хочется влоги каждый день выпускать, не пропускать. Так что всех люблю, целую. Увидимся с вами совсем скоро. Конечно же, оставляйте свои смешные истории, как вы научили своих деток садиться на горшок, какие у вас были инциденты, да, в этом плане. Но вот Лерочка у меня прям боится, когда видит. Так что всему свое время. Всем пока-пока.